По восточному календарю покровителем наступающего 2021 года станет белый металлический бык. На праздничном столе должно быть все, как он любит. Простота, простор и естественность. Скатерти и салфетки из натуральных тканей. Лучший вариант – лен и хлопок. Минимальный декор с использованием природных материалов. Шишки, живые веточки, самодельные новогодние игрушки. Белый металлический бык – животное сильное, доброе и трудолюбивое. Ему главное место за праздничным столом. Тогда год будет денежным, плодородным и счастливым. Бык любит домашний уют, так что Новый год лучше отмечать в кругу семьи и близких за большим круглым столом. На ярких скатертях простая белая посуда. Приборы непременно из серебра. Новогодняя композиция из еловых веток, елочных игрушек и свечей создаст праздничное настроение. Из блюд в этом году в почете салаты, зелень и злаки. Но все же главное – приготовить то, что любят ваши близкие. Новогодний стол – это значит набрать все из семьи, кто что любит. И из тех красивых, хороших блюд, которые выглядят на праздничном столе очень красиво и хорошо, во-первых. А во-вторых, еще надо национальное там что-то. Вот у русских, допустим, есть сел с шубой, обязательно надо винегрет. Да, это как уже и мандарины, вот я слышу, да, вместе с компетами там всякими, да. У нас в Грузии есть сациви, которые обязательно надо на новогоднем столе. Есть салатики, пхали различные, без хачапури тоже не обойдемся. Год пройдет в металлической стихии. Серебро, белый цвет и все оттенки серого будут фаворитами в новогоднем декоре. Денис Смирнов устраивал фотосессии для лучших ресторанов Москвы. В правильной сервировке знает толк. Самое главное украшение новогоднего стола – это люди. Это однозначно. А если говорить про детали интерьера, то самое главное – это баланс. Да? То есть, чтобы было действительно сам интерьер заведения, да, он не был перегружен новогодними различными атрибутами. Да, чтобы все было гармонично. И опять же, соответствовало тематике того года, который наступает. Поэтому, чтобы люди, придя в ресторан, да, они себя чувствовали не как в каком-то зимнем дворце Санта-Клауса, да, а все-таки в уютном месте, которое просто навевает новогоднее настроение. И тогда действительно они будут с удовольствием есть, пить и праздновать Новый год. Красивый стол, вкусные, любимые блюда и близкие люди рядом – главное для любого праздника. Уже скоро под звон бокалов и бой курантов за праздничным столом прозвучат самые важные слова этого года – пожелания здоровья. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».